Здравствуйте, уважаемые коллеги-моделисты! Тема сегодняшнего видео – ответ хомяка моего на вызов, брошенный хомяку с канала «Мое хобби моделизм». За голос прошу прощения. Ранняя весна обманчива, так что если иногда буду покашливать, прошу прощения. Снимаю я на фотоаппарат. Снимаю в очень ограниченном по объему пространстве, поэтому решил разбить видео на несколько этапов. Если получится, потом их в Movie Maker соберу в одну кучу, если нет, буду просто выкладывать по сериям, по масштабам. Вот. Сегодня, не сегодня, а сейчас вот конкретно я начну с 72-го масштаба, потому что это один из моих основных масштабов. Работаю я в основном 72 и 35. Вот. 72-й масштаб у меня представлен в основном вертолетами и все, что с ними связано. Но начнем. Первая заначка. Звезда. Российский вертолет огневой поддержки морской пехоты. К-29. Ну, долго говорить не буду. Просто вертолет как вертолет. Набор 72-21. Чтобы ваше время не отнимать, обзоров очень много на эти вещи. Российский ударный вертолет «Ночной охотник», тоже звезда. К-50SH, набор 72-72. Речь идет у нас, напомню, о моделях, которые не начаты. Дальше. 72-й масштаб. Российский многоцелевой ударный вертолет «Аллигатор», он же К-52. Извините. 72-24 набор. Вертолет Ми-8МТ. Набор 72-53. Это все тоже для диорам. Есть очень много задумок. Ну, обо всем по порядку. Ми-8Т. Кстати, для одного из этих вертолетов я даже купил фототравление «Эдуард». Потом покажу. Вот. Набор 72-30. Ну, как вы поняли, звезда в варианте вертолетов у меня представлена практически вся. Ми-24А. 72-73 набор. Советский ударный вертолет. На него есть план, что-то типа афганской войны. Дальше. Ми-35М. Российский ударный вертолет. Набор 72-76. Все они изготовлены по лицензии КБ «Миля». Это очень приятно, это очень обнадеживает. Качество, кстати, моделей у «Звезды» сейчас вполне приличное. Ми-28А. Российский ударный вертолет. Набор 72-46. Следующая коробочка побольше. Ми-24ВВП. Крокодил. Куча медалей. Набор 72-93. Вот с него я когда-то и собирался начать сборку вертолетов. Он был первый купленный. Вот. Ну, естественно, я не смог пройти, вот в кадр она не влезет, коробочка от 72-70, Ми-26. Нескромная коробочка, но и моделька там не маленькая. Самый большой вертолет в мире. Вот, убираем коробочку. Ну, чтобы продолжить серию вертолетов, была такая распродажа у моего товарища, когда он закрывал магазин. И я как бы с хорошей скидкой набрал тоже в 72-м масштабе вот такие вещи. Ревеловский «Тигр» вертолет боевой. Моделька 04-485. Ну, кстати, хорошее качество модели. Я даже обзор делал на него. Тоже из той же серии купил, а пусть будет. 40% скидка все-таки. Медицинский вертолет. Моделька 04-451.
тоже можно обыграть, вот даже как бы сделать диарамку «Горы спасения человека». Так, ну, очень далекие планы. Вот тяжелая коробочка. Полицейский вертолет ЕС-145. Ну, получилось так, что их два, вот тоже ЕС-145, просто он демонстратор. Куча рекламы на нем, два одинаковых практически вертолета, просто раскрашены иначе. 04653, 04643. Отличаются на одну букву. Это у нас вертолеты. Вот. За вертолеты от звезды, от того, что я их много купил, я получил подарок Су-50. Он же Т-50. Масштаб тоже 1,72. Вот. Так, ну, 72-й масштаб. А давайте я сейчас немножко от авиации отойду, чтобы была какая-то понятка, что о чем. Вертолеты я покупал для диорам. Вот. Планировалась огромная полка. Вот у меня коробочка одна. Это набор 72214, аэродромные панели ПАК-14. Это, кстати, примерно вот такую же диорамку я и хотел. Вертолеты стоят. Передвижной командный пункт, топливозаправщик. Вот, как бы вся эта мелочевка начита, уже лежит. Вот. Но я хочу сказать, открыл я его, потому что здесь 4 таких коробки собрано. То есть будет одна большая полка, на которой будет собрано что-то типа из жизни, день из жизни аэродрома. Вот. Для Ми-26 покупались вот такие вещи. Ну, вообще для Ми. Для ВНА в Афгане, для погрузка-разгрузка Ми-26. Вот такой вот БТР-60П. Немножко, правда, он не кондиционный, но это не важно. Вот. БТР-152В. Такая вот машинка. Ну и как бы, что ж, не заезжать в тот же самый вертолет, допустим, Уралу груженому 375D. Почему нет? Вот. Это все для диорам. Советский спецназ купил от Италери. Тоже. А вдруг вода желтая в голову ударит, и все-таки сделаю диораму с афганской войной. Большую, красивую. Вот. Возможно, она займет не один год, но все возможно в этом мире. Взял тоже за копейки практически вот такую машинку. Масштаб тоже 72-й. Люблин 51. Это просто польская фирма. Никогда с ней не работал. Было интересно поработать с ней. Ну, может быть, это, в принципе, тоже ГАЗ-51. Можно как-то обыграть в какой-нибудь диораме. Что еще? Ну, поскольку я люблю необычные самолеты, и мне было интересно поработать с Эдуардом, вот, я взял от Эдуарда масштаб 1,72 триплан. Вот такая вот интересная штука. Очень много фото... Деталей мало, но очень много фототравления. Даже пришлось прикупить гнулку для фототравления. Вот. Из такой же серии взял я от Airfix два прикольных самолета. Вот, масштаб 1,72. Самолеты времен. Это биплан времен Первой мировой войны. Набор А066007. Вот. Очень хорошее литье. Думаю, собирать будет очень интересно. Из этой же серии биплан. Наборчик А04053 тоже ждет своего часа. Ну и как бы из современного, я не очень люблю сейчас заниматься современной авиацией, потому что я ее, видимо, в детстве насобирался. Вот. Но вот этот самолет, хоть и современный, но очень прикольный какой-то пузатик, я его купил. Правда, за что такие деньги, не знаю, за то, что новый. Вот. Это 72-й масштаб. К 72-му масштабу у меня вот есть
от Эдуарда фототравление для Ми. Это шансовый инструмент. Это всевозможные ящики, патронные, снарядные. Как вы уже догадались, это все для диорам. Бочки вот тоже 4 штуки, 1,72 масштаб. Но это маски. Вот. Это 72 масштаб. На этом у меня заканчивается продолжение ответа хомяку. Вот. Пока собирал 35 масштаб, а сейчас будет речь про 35 масштаб, нашел еще кое-что, относящееся больше к 72-му. Вот тоже для диорам тут деревья набор. Кстати, набор от звезды. Искусственные деревья 9-14 сантиметров, 5 штук. Ну, судя по размерам, они больше подходят все-таки для 72-го масштаба. Вот. И еще две таких коробочки откопал. Вот. Черную жемчужину я показывать не стал, поскольку она начита. Вот. Задумывалась она сначала просто как жемчужина, как корабль. Но увидев на просторах интернета наборчик от компании Марс, пираты Карибского моря, была задумка сделать корабль уже с экипажем. Потом увидел зомби пиратов, заказал их и подумал, что было бы неплохо сделать батальную сцену. Что-то типа встреча двух кораблей. Но не помню, по-моему, это у звезды был 72-й масштаб летучего голландца. А он совсем не подходит под тот корабль, который был в фильме. На прототип не похож. И как-то весь проект пока заглох. Вот это все, что остатки по 72-му масштабу. Теперь 35-й масштаб. Этого у меня добра тоже достаточно много. Вот. Ну, начну с чего? С легкового транспорта. Это все у меня представлено компания ICM. Автомобиль Packard 12, модель 36 года. Советский пассажирский автомобиль времен. Ну, 36 год. Времен понятно каких. Хоть тут и написано Второй мировой войны. Вот. Такая моделька. 35 масштаб. Еще одна моделька. Адмирал Кабриолет. Практически наборчики перекликаются с обзорами моё хобби моделизм. То же самое, немецкий пассажирский автомобиль. Он еще и с фигурками. Так, ну эту модельку я показывал, американский медицинский автомобиль 17 года Ford T. 35 масштаб, модель 35661. Обзор есть на моем канале. Для нее я купил от микродизайна дополнительные элементы и фототравление. Дальше. Москвич 401. Ну, для этого я купил только маски двухсторонние, чтобы легче было красить. Масштаб 1.35. Моделька 35479. Такая модель. Вот. Тут у меня получилась как-то нестыковка одна. Купил я вот такую модельку года 2,5 назад. 35531, немецкий пассажирский автомобиль, который фюрер любил использовать на парадах. Сам по себе автомобиль немножко бестолковый, но выглядит красиво. Вот. И когда товарищ продавал, распродавал свои остатки по магазину, я что-то увидел у него вот такую модельку и тоже купил. И оказалось, это то же самое, только с крышей. И без фигурок. Предыдущая модель с фигурками. Вот. Моделька 35532 набор. Ну и также взял Хорьх на той же практически распродаже. Хорьх 108, тип 40. Для него очень много есть всевозможных водителей, ремонтирующих двигатель. Водители там. Есть вариант как-то его обыграть в диораме. Но поскольку очень много чего начатого, этот я даже пока не трогаю. Этот далекий-далекий ящик. Вот. Ну, как многие поняли из моих обзоров, я люблю всякие грузовые машины и спецтехнику. Поэтому дальше у меня пойдут грузовички. ICM 3,5 тонны. Немецкий армейский автомобиль. Консервная банка по внешнему виду, но ездила в свое время. Модель номер 35416, 35 масштаб.
Радиокоммуникационный грузовичок. Вот. Что-то похожее было на канале о моем хобби моделизм, но там то ли наборчик немножко отличается. Здесь именно радиокоммуникационная станция. Ну, радиостанция на колесах практически. Модель номер 35462. Ждет своего часа. Вот этот наборчик покупался одним из первых. Это Studebaker US-6, советский медицинский персонал в комплекте. Тоже можно обыграть как небольшую диорамку. Набор 35513. Это все ICM. Вот эта модель будет венцом моего творения, когда я всему научусь, потому что я хочу сделать тушение пожара диораму, а это значит и здание, и потеки воды, и струя воды, и дым, и огонь, и пламя. Тут надо всему научиться, а уже потом. Здесь наборчик, грузовичок полуторатонный L1500S с цистерной. Пожарный автомобиль, который использовался, ну, во времена Второй мировой войны. Правда, был не красного цвета, а зеленого, чтобы был незаметен. Ну, война все-таки, куда ж деваться. Вот. В нем в комплекте идут и экипаж с дополнениями, с пожарным гидрантом и прочее. Вот такая вот моделька. Ну, дальше небезызвестный Италери, который был на моем канале. 2,5 тонны грузовичок. Деталек в нем немного. В принципе, 2010 года модель. 6271, два литника. Ну, в принципе, соберется, я думаю, быстро. Ни на какую диораму он не рассчитывает. Просто собрать, поставить на полку. А то, пока я буду мечтать о диорамах, я вообще ничего не соберу. Из этой же серии Италери. Моделька 279, 35 масштаб. Тоже М923А1 Bigfoot. Большие колеса. Дальше полуторка, которую я обозвал полуторкой. Я сам же в итоге уже забыл, что я ее так назвал. 6230 набор. Полуторатонный автомобиль 6x6, колесная формула WC62. Очень интересный автомобиль будет собираться. Взял вот такую интересную штуку. Никогда не работал с компанией Rich, но внутри столько всего интересного. И фототравление, и декали, и что-то, не помню, смола есть или нет. Шкода РСО. Это разминирователь, по сути. Ну, не, как сказать, это не разминирователь, но он имеет хорошую защиту. У него железные колеса. Такой, это грузовичок, такой транспортер. Практически ничего не боящийся. Вот, потому что для разминирования была совсем другая техника, и колеса другие, и очень сильная броня, днище. Вот такой автомобиль. Тоже ждет своего часа. Тоже для пробы взял. Компания Mirror Models, никогда с такой не работал. Взял, потому что у нее в комплекте смола и фототравление. С такими вещами я не работал, мне интересно попробовать. Ну, кстати, коробочка маленькая, а деталей там в вагон. Вот такой вот интересный автомобильчик. CMP-C15A Lorry One Track. Вот, очень интересная штука. Далее по 35-му масштабу. Ну, давайте, поскольку речь идет о грузовиках и диорамах, фототравление можно и в 48-м использовать, и в 32-м. Вот. Подсолнухи. Это я когда-то начал собирать ЗИЛ-131, увидел эти подсолнухи и подумал, почему бы не сделать его на фоне подсолнухов. Едет такой хороший автомобиль на фоне подсолнухов. Вот. Чтобы как-то наполнить кузов, ну и вообще кузова наполнить свои, покупались вот
от Томии набор канистры, бочки, от Италери канистры, 35-й масштаб, номер 402. Но это бочки военного времени, 39-45 годы, вот, как бы, ну, тоже бочки канистры отечественные. Восточный экспресс производитель. Это тоже для грузовика, чтобы было что положить в кузов. Взяла у мини-арта. Понравились мне очень эти бутылочки, ящички. Ну, что-то захотелось, взял. Вот. Когда покупал 131 ЗИЛ, возникла мысль посадить в него водителя. Вот. Мысль была вот про этого водителя. Потому что в магазине других, как бы, водителей не было. Вот. Пришлось взять такой набор. Вот. Но так пока не открыто и лежит. Вот. Чтобы как-то диорама была больше похожа на диораму, решил прикупить советскую мотопехоту. Современную. Почти современную. 79-88 год. От СИМ взял. Тут 4 солдата с ведрами, с канистрами, командир. Вот. Но это все-таки больше похоже на уже какие-то боевые действия. На... Ну, отложил я этот набор. И 131 ЗИЛ ждет вот этих ребят. Тоже 79-91 год, советская пехота. Как раз для него в кабину посадить командира с водителем. И в кузов посадить. В кузове у меня уже лавка откинута, ждет их. В принципе, этот самый законченный практически проект. Все покрашено, все сделано, трансмиссия собрана. Кабина тоже, все панели покрашены. Просто нужно ее собрать, а чтобы ее собрать, нужно вовнутрь посадить вот этих товарищей. Вот. А товарищи пока... До товарищей пока не доходят руки. Вот. Ну, следующее, что... У всех есть на канале, многие уже собирали, это европейский трамвай. Набор тут вместе с людьми, с пассажирами, с персоналом, с колодезными всякими люками, крышками, лавками. Хорошая модель, очень качественная, мне понравилась. Единственное, был небольшой брачок, дефект на основании, но я моделист, этот вопрос решил, мне прислали замену. Вот. Так что у меня даже получается есть, если кусок немножко удалить, есть еще кусок другого основания. Пригодится. Вот. Это европейский трамвай 641 написано. Моделька 38009. Масштаб 1.35. Очень хороший набор. Руки дойдут, обязательно соберу. Ну, дальше у нас идет три коробочки. Не особо я БТТ занимаюсь, видимо, в детстве насобирался. Но эти три модели я купил, потому что они имеют три различных вида сборки гусениц. Вот. Виниловая целиком, у одного потом наборные траки, и у другой модели, как бы, часть сегментов собрана, часть нужно собрать из наборных траков. Этот набор 6391 от Италери. М60 танк Блейзер есть у меня на канале обзор его. Вот. 35-й масштаб. По-моему, в нем виниловые гусеницы, не помню уже. Далее. Вот такой взял очень интересный Драгон. Никогда с Драгоном не работал, взял только из-за этого. Вроде хвалят, красиво, посмотрел, куча всяких деталей. Очень интересная моделька. Обзора не делал, как бы, вот. Вот такая моделька тоже ждет. Когда-нибудь соберу. Раз уж у меня их практически уже набралось 3 штуки, придется как-то выделить полку. И вот это вот AFV Club. Тоже никогда не работал с этой фирмой. Тоже хвалят. Интересно было посмотреть, что из себя фирма представляет. Вот. Здесь такой полугусеничный транспорт. Прожектор. Будет интересно, я думаю, собрать. Ни диорама, ничего, просто так запланировано. Так, что у меня еще есть из 35-го масштаба? Вот у меня есть 35-й масштаб. Ну, люблю я спецтехнику.
А Мэнговский вот этот D9R бульдозер, все его так хвалили, так показывали, такой хороший, красивый. Он просто у меня упакован, уж распаковывать не буду. Вот. Но этот товарищ тоже все-таки хочет диораму. Нашел я, как бы, начал собирать информацию по нему, много всяких видео, много рабочих моделей, которые действующие. Вот. И посмотрел один ролик, снимают строители, как они с помощью такого бульдозера перекрывают реку. Типа дамбы делают. И вот у меня возникла такая интересная мысль. Почему бы не сделать его не просто таким блестящим и красивым, а пусть стоит на какой-нибудь дамбе и реку перекрывает. Вот, вот такой вот. Вроде по 35-му масштабу все. Продолжение ответа. Часть номер 3. Ну, как обычно, начал выгребать 24-й масштаб. Не могу не показать. К 35-му масштабу добавки. Это все к тому же ЗИЛу 131. Это смола от комбата. Ящики для, для боеприпасов тип 3, тип 4, тип 5. Это наполнить кузов, патронные короба. И здесь вот как бы скатки. Так что это довесок к 35-му масштабу. Уж извините, но проглядел, так скажем. Так, ну, начну я с 24-го масштаба, поскольку так получилось, что много интересных автомобилей, которые я бы хотел собирать в этом масштабе. Но у меня его немного, сразу скажу. Так, вот это я уже делал обзор 24002 Ford T. Старенький, древненький автомобиль 1911 года модель. От ICM. Тоже 24-й масштаб от ICM. Тоже делал обзор. Модель 24001 1913 года. Тоже Ford T. Американский пассажирский автомобиль. Без фототравлений, без ничего. Дальше. Перепаковку от Хеллера. Я его тоже обзор делал. Bentley спортивный автомобиль 4,5 литра. Немножко пожалел. Потом нашел как бы модельку такого же типа у Ревела. Ну, там и приборная панель дается лучше, декали данные лучше. Но, чё ж, Хеллер в этом отношении немножко проигрывает. Вот, перепаковка моделиста. Масштаб 1.24. Наборчик 602-421. Вот. Тогда же был приобретен вот этот набор, перепаковка от Академии. От моделиста, масштаб 1.24. Мне однажды обратился один из зрителей с вопросом, как можно вот по этой очень, не очень хорошей в кавычках инструкции что-то собрать. Если честно, я по ней тоже вряд ли бы что собрал. Вот. Я так начал разбираться с деталями, собирать еще не начал, но с деталями разбираться начал. Я просто сделал сканированную копию вот этой вот инструкции. Пошел в копи-центр, и мне в фотошопе сделали один листик, второй листик, третий листик. Я вот здесь уже цвета начал расписывать. Четвертый листик и пятый листик. Так что рекомендую. Но еще все равно рекомендую. Схема, картинки очень-очень неудачные. Так что советую позаниматься поисками фотографий в интернете. И тогда вам многое станет ясно. Ну и посмотреть обзоры тех, кто эти модели уже собирал. Следующее. Лондонское такси. Обзор тоже делал от Ревела. 1.24. Набор 07093. Вот. Хотел еще в этом году прикупить лондонский автобус. Но 7500 так жаба задавила, и я пока это дело отложил. 24-й масштаб. Кстати, модель несложная в сборке, я смотрел. Так. Дальше, Италери. Ну чё ж, у Италери тоже есть интересные старые автомобили. 3703 набор. Rolls-Royce Phantom, вторая модель.
Очень интересный, очень красивый. Думаю, на полке будет смотреться обалденно. Без диорамы, без ничего. Для него и для его сотоварищей, вот сейчас покажу, даже купил шлифовальную пасту, полировальную жидкость, салфетку специальную тканевую. В общем, придется время им уделить. Дальше. 3701 Mercedes-Benz 540K. Ну, в этом варианте кабриолет, похоже. От Италери. Тоже 24 масштаб. Очень хочу собрать уже в этом году. Так, небольшие перспективные машины. Блин, как бы сейчас это все в коробку-то воткнуть в кадр? От Ревела 07559. Вот такой вот круп Титан СВЛ 80. В кадр не влезает, извините. Длина готовой модели 39,3. Хочу. Вот хотел, купил. Не жалко. Тоже не дешевый, но смотреться будет хорошо. Вот такая здоровая бандура. Так, а вот дальше будет еще больше коробочка. Обзор я тоже делал. Так, как бы ее вставить сюда? Это Хиллер, братья-французы. 198 деталей, тоже в кадр не влезает. Ладно. Автобус пассажирский ТН6С2. Обзор есть на канале. Вот такая нескромная большая штука. Так, две модели в 24 масштабе у меня начаты, показывать не буду. Так, дальше что? Давайте, сотый масштаб. Ну, начнем с фигурок. На обзоре, на моем канале обзор их есть, что я купил вот 103 пакетика по 50 штук в масштабе 1:100. Вообще это для железнодорожных диорам, но почему бы не сделать какие-нибудь парусные диорамы? Люблю я парусники, грешен. Купил я звезду, от звезды в 72 масштабе черную жемчужину. Думаю, в детстве я их хорошо собирал. И как накосячил. И думаю, надо опять вспоминать, начинать с азов. Купил я от моделиста. Так, вот как бы вот так что ли поставить. Вот. Ну, сами видите, в кадр не влезает вообще. Так, попробую убрать. Ой, вообще не влезает в кадр. Большая очень коробочка. Mayflower от Хеллера. Вот, масштаб. Ну, Хеллер, перепаковка Хеллера, моделист. Моделька номер 10061. Масштаб 1:100. Это Mayflower. Я на него уже кучу фотографий нашел. Очень интересный. Собирается очень просто. Немножко повозиться с вантами. Но пока парусники пока отложил, пока не сделал шкафа для них. Потому что помню по детству, как эти парусники потом от пыли очищать. Ну его нафиг. Лучше я сделаю шкаф герметичный. А потом уже в него буду все складывать. Следующий 1:100. Ну, это колесный пароход Сириус. Модель от звезды 9013. Обзор есть на моем канале. А по сути это тот же Хеллер. Только тогда это был акцидент. Звезда выкупила эти формы. Купил я его, ну, в память о маме. Потому что когда-то она не пожалела 25 рублей. Купила мне этот хеллеровский колесный пароход. Вот тоже, кстати, пыль вытирать замучаешься. Но, говорю, ничего не сохранилось, все пропало, кодики прошли. И я решил его восстановить в память о маме, покрасить, поставить, и пусть стоит красивый. Ну и до кучи, чтобы он не был одиноким. На базе его звезда создала еще один в этом же масштабе 9012 модель, парусно-винтовой барк Пуркуапа. Почему бы нет, в переводе с французского. Вот такой парусник. Все будут стоять вместе. Ну и шкафчик, правда, для них запланирован в итоге достаточно большой. 24 масштаб, кажется, закончился. И осталась мелочевка. Как бы с миру по нитке тоже. Эти модели я уже показывал. Вот я
купил, не знаю для чего. Я тогда написал поддержать отечественного производителя. Citroen DS19, 43-й масштаб, правда, я с ним не работаю. Вот. Тоже просто навыки вспомнить. Citroen 11 CV, тоже 1.43 масштаб. Это все перепаковка от Хеллера тоже. Renault 4 CV, тоже перепаковка от Хеллера. Citroen 2 CV. Чтобы как-то свои навыки улучшить, вот взял простенькие модели. Чтобы хоть можно было чем-то на канале похвалиться, они собираются быстро. Собрать, показать, а то, что я не только занимаюсь распаковками, но еще что-то могу. Вот так, дальше. Попался мне тяжелый многоцелевой вертолет Ми-6 в масштабе 1.144. Восточный экспресс. Обзор я на него делал. Вот, тоже по лицензии Миля изготовлен. И тоже можно его как бы, ну, как элемент диорамы использовать. Вот. Подвесить его как-нибудь на трос, на котором он якобы те же самые бревна поднимает. Вот. И последняя такая моделька. Ну, в память, что ли, о моих огоньковских аврорах, всяких варягов и прочее. Вот 1700, это тоже магазин закрывался, я взял. Взял, потому что такую вещь легко, танк, кстати, я тоже брал, потому что его легко красить. Его можно собрать сразу же, а потом целиком покрасить. Думал, по вечерам после работы на вахте я их соберу. В этом тоже практически можно сначала собрать, а потом покрасить. Масштаб 1.700, набор 05-105, длина модели 32-40. Готово, извините. Вот, такая вот моделька. Обзора не делал, ничего не делал. Вот такой вот, как сказать-то, ответ хомяка. Если в этом году летом работы не будет, и погода не будет радовать, я вас порадую наличием готовых моделей на моем канале. Всем удачи, благодарю за внимание. Всем творческих успехов, всем счастья, здоровья и свободного времени побольше для любимого хобби. Пока-пока!